Labas vakaras, dobrý večer. Mieli pirmųjų svečių būrę. И вам, мне кажется, всем было интересно, поэтому осенью еще одну дискуссию вместе с Институтом истории и археологии Балтийского региона, то есть Клайпедским университетом и Клайпедским самоуправлением продолжаем цикл дискуссий о памяти Советского Союза. Сегодня тема память о советских репрессиях и наше отношение к ним. Профессор Сапронов будет сегодня модератором и представит гостей, которые из Москвы, из Вильнюса, и, наверное, передаю слово профессору Сапронову. Добрый вечер. Тема сегодняшней дискуссии, как уже анонсировано заместителем председателя Клайпедского самоуправления, это память о советских репрессиях в постсоветском обществе, забыть, смириться, расквитаться. Что такое советские репрессии? Ну, я думаю, что ответить, естественно, на этот вопрос можно прежде всего сказав, что репрессии существовали не только в Советском Союзе. Да? Мы знаем, что государственные репрессии, они существовали и в других государствах. Слышно, да? Значит, мы знаем, что репрессии, они существовали не только в Советском Союзе, но под словом «советские репрессии» мы, конечно же, подразумеваем то, что происходило в этом государстве, и мы подразумеваем репрессии, мы подразумеваем наказания, карательные меры и правоограничения, которые вот применялись в Советском Союзе к отдельным лицам и категориям лиц по политическим мотивам и, естественно, привлекая какие-то государственные органы. Зачастую, когда мы говорим о советских репрессиях, они сводятся к сталинским репрессиям, к террору, к репрессированию людей, к содержанию в лагерях и в тюрьмах, и в ссылку, и высылку. И тема сегодняшней беседы – это вопрос, все ли мы знаем, все ли помним, а если помним, то что хотим с этой памятью делать о советских репрессиях. Смириться с этим опытом и сказать, ну да, вот было такое дело, но сколько лет уже прошло, да. Забыть, вытеснить этот травматический опыт из сознания. А может быть, надо юридически реабилитировать тех людей, кто был осужден безо всякого повода, и одновременно назвать ответственных, стремиться к их общественному и даже уголовному осуждению. Вот это только несколько альтернатив, которые мы попробовали обозначить в названии нашей сегодняшней дискуссии. Начать дискуссию я хотел бы с краткого представления участников. Это Никита Васильевич Петров. С июня 90-го года он уже является заместителем председателя Совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал». В 2008 году он защитил диссертацию в Амстердамском университете на тему «Сталин и органы НКВД МГБ в советизации стран Центральной и Восточной Европы». Он является автором многих книг по истории советских органов госбезопасности послевоенной советизации Центральной и Восточной Европы и, естественно, автор-составитель также многих справочников, описывающих структуру и функции советских спецслужб.
Николай Карлович Сванидзе, тоже историк. В 1977 году он закончил исторический факультет Московского государственного университета, а с 1991 года является телеведущим, тележурналистом, автором и ведущим цикла документальных передач об истории России. С 2007 года он также возглавляет кафедру журналистики на факультете журналистики Института масс-медиа Российского государственного гуманитарного университета в Москве. Вот это два представителя с российской стороны. И у нас также два представителя с литовской стороны. Это Арвидас Анушаускас, по профессии он историк. В 1995 году защитил диссертацию на тему советских репрессий в Литве. С 1997 по 2008 год он возглавлял один из подразделений в Центре исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы. А с 2008 года, вот уже на третий срок, его избирают в парламент Литвы, и он является членом парламента. Также он автор ряда книг о советских репрессиях, об истории советских органов госбезопасности в Литве и о военном сопротивлении советизации Литвы после 1944-1945 года. И четвертый участник сегодняшней дискуссии – это Геркус Кунчус, он писатель. Он драматург, автор ряда книг на многих языках, а также член правления форума «Ежик и Дройца». А сегодня мы его сюда позвали, потому что Геркус Кунчус практически окончил книгу о Николае Ивановиче Ежове, который некоторое время до Первой мировой войны жил в Литве, а позднее стал предшественником Лаврентия Павловича Берия на посту Народного комиссара внутренних дел СССР и одним из главных организаторов массовых репрессий в Советском Союзе с 1937-1938 году. Вот кратко четыре участника сегодняшней дискуссии, и я хотел бы тогда начать нашу дискуссию с вопроса друзьям из Москвы и также друзьям из Вильнюса о том, все ли мы знаем о советских репрессиях. Когда историки начинают говорить об истории, естественно, первый вопрос, который возникает, на какой базе мы можем разговаривать о прошлом, об истории, то есть все ли мы знаем, все ли источники нам доступны. Вот и вопрос, который я хотел бы прежде всего адресировать Николаю Васильевичу, Никите Васильевичу Петрову, это об источниках. Все ли мы знаем о советских репрессиях, все ли так документировано, и в чем особенность имеющихся из источников, то есть можно ли им доверять вообще? Ну, довольно сложно, конечно, в короткой, я бы сказал, реплике или выступлении сказать о том, что касается документальной базы советского террора. Архивы действительно огромные, и архивного материала очень много. И очень много архивных материалов было уже издано. В России, по крайней мере, с 1991 года, когда стали доступны архивы Коммунистической партии и частично органов госбезопасности, было очень много проведено исследовательских проектов и издания сборников документов. Например, вот та документальная серия, которая имеется в Москве, ну и она разошлась, естественно, по соседним странам, это Международный фонд «Демократия» и, я бы сказал, такие документальные сборники, где есть очень много важнейших публикаций, связанных и с депортациями, и с большим террором 1937-1938 годов, и с аспектами внешнеполитических демаршей Советского Союза. Есть и семитомник «История сталинского ГУЛАГа», который вышел в издательстве «РосПен». Есть еще много сборников документов, есть монографии. То есть, казалось бы, если мы просто окинем взглядом всю эту изданную литературу, то возникает естественный вывод. Да кажется, знаем все. На самом деле это не так. Во-первых, тема недостаточно еще углублена с точки зрения знания индивидуальных судеб и механизмов террора. Во-вторых, что еще важнее во всей этой истории, это то, что это
книжное, это академическое знание не стало фактором общественного сознания в Российской Федерации, по крайней мере. То есть, вроде бы есть десятки изданных томов документов, которые базируются на очень строгом и четком выверенном архивном материале. Но при этом массовое сознание по-прежнему полно мифов о том, почему был большой террор, почему были массовые репрессии, что означала вот эта система, на которой держалась вся советская конструкция, нарушение прав человека, принудительного труда. То есть нет каких-то очень важных обобщающих материалов и работ, которые бы это все свели бы к некому четкому и ясному знаменателю, о чем мы сегодня здесь будем говорить. А ведь если говорить о академической науке, то она, конечно же, не должна быть оторвана от массового сознания. Здесь очень важно, чтобы эти результаты каким-то образом преломлялись в виде того, что называется масс-культа. Фильмов, книг, пособий, учебников. Но это не случилось в России, по крайней мере, потому что власть, с одной стороны, меняла свою линию поведения, началась с 91 года. Строилось демократическое правовое государство России. Но к чему мы сегодня пришли? Мы это не можем назвать ни демократическим, ни правовым государством, то, что мы имеем в России. И здесь, естественно, и такое амбивалентное отношение к прошлому. С одной стороны, руководители России открывают стену скорби, памятник жертвам политических репрессий, с правильными словами при этом открытия. Тот же Путин выступает и говорит, что никакого оправдания массовым репрессиям быть не может. Это правильные слова? Правильные. Но при этом фактически что делает власть? Сегодняшняя российская власть часть архивных материалов держит до сих пор закрытой. Если мы посмотрим личный фонд Сталина, например, который находится в архиве, то мы увидим, что порядка 200 дел, причем именно дела переписки с НКВД, переписки с НГБ, они до сих пор не рассекречены, они до сих пор недоступны исследователям. Что-то из этих дел было опубликовано, но большая часть документов скрыта. Это не значит, что если мы дальше будем углубляться в тему репрессий, мы сделаем великие открытия. По большому счету, все репрессивные кампании Советского Союза все-таки каталогизированы, изучены, поставлены в какой-то определенный контекст. Но есть масса важных вещей, деталей, которые должны быть уточнены. Но, к сожалению, вот сейчас политика Российской Федерации в архивном деле, она как раз совершенно регрессивная. А более конкретный вопрос, замечательный, а можно ли верить архивным документам? Это тоже, между прочим, продукт общественного сознания и такого массового сознания. Потому что многие, когда не хотят знать о прошлом этих жутких деталей, они говорят, нет, ну что, мало ли там в документах что написано. А на самом деле, как было, никто не знает. И вот, я бы сказал, такой исторический релятивизм, он очень характерен ныне вот для Российской Федерации, по крайней мере, потому что руководство России историю наукой не считает. Ведь не случайно эти разговоры. Единый учебник истории. История должна растить патриотов. Вот это и есть, кстати говоря, такой утилитарный подход, который диктуется сверху и согласно которому мы в истории должны находить только то, что сегодня работает на нынешнюю российскую государственную концепцию. Все, что не работает или все, что как-то идет вразрез, оно не должно либо изучаться, либо пропагандироваться. Так что вот в каком-то смысле это ключевой вопрос. Что хочет не наука? Наука-то известна, хочет только более углубленных и серьезных исследований. Что хочет массовое сознание? Массовое сознание хочет оглядываться в прошлое и видеть только победы и достижения. А разговор о массовых репрессиях, он как бы идет вразрез вот с этим ожиданием население, которое выращивается в имперском духе. Никита Васильевич, а вы могли бы уточнить, какова часть архивов до сих пор еще недоступна, скажем так, по этому вопросу? Ну, знаете, в процентах трудно оценить, но я вам могу сказать, что если речь идет о документах центральных органов советской власти, а это решение Политбюро, это решение Совета Министров, это переписка органов, начиная от ВЧК и кончая органами КГБ с советским руководством, это важнейшие решения, которые были приняты, то здесь порядка 30%, я могу сказать так, примерно, действительно еще недоступны исследователям. Это не значит, что если они будут доступны, кардинально поменяется наше представление о прошлом. Оно уже сформировано. Академическая наука сделала очень много. Как я уже говорил, и изданы документы, и каталогизированы, я бы сказал, волны репрессий. Более того, вот у нас на сайте общества «Мемориал», по крайней мере, на сегодняшний день, представлено уже более 3 миллионов фамилий, имен и отчеств жертв политических репрессий. И это список, который продолжает расти.
исследования в этом направлении продолжаются. Этот же вопрос я адресирую и коллеге Арвиду Анушаускасу. Пожалуйста, расскажите нам о ситуациях с источниками в Литве. Я думаю, что если мы говорим о советском периоде, то источники не только в Литве, конечно, они и в России. Мне в свое время пришлось довольно длительное время работы в российских архивах. Сразу могу сказать, в каких архивах есть документы, но недоступны для литовских исследователей, хотя бы часть архивов, то есть, например, военный архив Российской Федерации. Хранятся документы НКВД, то есть военных частей НКВД, которые действовали в Литве, начиная с 44 года по практически до 52-53 годов. Я был в этом архиве, переписал опись, но на этом моя работа и закончилась. То есть дела очень важные, то есть они раскрывают то, что было в Литве в послевоенное время. Массовость, схемы, карты и так далее, они очень важны для исследователей, но недоступны. Другой источник, например, не упомянул сам, архив ФСБ теперь, тогда Центральный архив КГБ назывался. Там есть тоже дела репрессированных. И, например, есть десятки дел литовских политиков, военных, которые были репрессированы в 40-м году. Недоступны. Мне пришлось с помощью адвокатов, родственников и так далее, достать одно дело, единственное дело, но это было уже 20 лет назад. То есть архивы для Литвы важны, они находятся в Москве, но недоступны. Действительно, мы тогда имеем только часть архивов в Литве, которые полностью, ну практически полностью доступны, но без московских архивов я могу сказать на примере, о том примере я всегда его привожу, из военного архива меня выпроводили не сразу. Одно дело я получил, ну думали, что это не важное дело, что это какое-то рутинное дело, но это дело было это было дело с похоронками одного полка НКВД, который действовал в 45-м году на территории Литвы. Я имел на руках архивные данные в литовских архивах, которые остались, об этом же полку, документы без похоронок, но статистика голая. И что же оказалось? Оказалось, что похоронок было на 10 раз больше, чем в статистике, упомянутой вот в Литве. То есть там 10 показано, потому что в эти полки НКВД призывались практически жители центральных областей России. И все равно, если кто-то погибал, например, в борьбе с вооруженным сопротивлением, все равно похоронки уходили. Но в статистике здесь же, для партийных органов, для других нужд, это уже отражалось иначе. И без сопоставления этих документов мы видим полностью искаженный вид, что же происходило в Литве тогда. Ну и, конечно, в других Балтийских республиках. А можете ли вы кратко тоже покомментировать, какова часть документов, например, по вашему взгляду, опубликовано сейчас уже и доступно общественности. То есть не обязательно в книгах, но также в интернете и так далее. Ну, и если говорить по Литве, то опубликовано, наверное, только, например, из архивов КГБ, не знаю, процент
Ну, 1%. Но доступны практически все документы на 99%. Если говорить о каких-то, ну, если говорить о истории репрессии, конечно, в истории репрессии в Литве дела по депортациям, это практически все основные документы уже в сборниках разных, то есть полностью доступны, практически об этом мы знаем все. То, что касается истории сопротивления и наоборот, то есть НКВД, как работало в Литве по уничтожению сопротивления, действительно, здесь мы имеем только частичный вид, наверное, только на тех же 30% и основываются источники. Давайте перейдем от вопроса об источниках к вопросу о памяти. Вот несколько фактов я скажу в начале. 18 октября 1991 года в России было принято постановление Верховного Совета об установлении Дня памяти жертв политических репрессий, после которого 30 октября, то есть ровно через месяц, стало официально признанным Днем памяти политических репрессий в России. В 90-м году в Литве 31 октября был также принят закон, по которому в список памятных день был включен 14 июня, то есть день начала первой массовой депортации жителей Литвы в Сибирь в 41-м году, а также 23 сентября, день ликвидации Вильнюсского гетто в 43-м году. То есть как бы памятные дни введены, мероприятия какие-то проходят, и вроде бы все нормально. И все-таки как мы помним? То есть мы только скорбим по невинным жертвам, и дальше что? Ведь суть все-таки такого воспоминания, скорее всего, заключается в том, чтобы насилие, вот это бесправие, преступление не повторялось больше, чтобы жертв такого рода больше никогда не было. Вот. Могли бы вы, я обращаюсь уже сейчас ко всем участникам дискуссии, прокомментировать вот теперешнюю ситуацию, скажем так, в политике памяти по поводу вот этих политических репрессий. Николай Карлович, может, с вас тогда давайте начнем. Давайте. Работает? Вот, да, работает. Я бы добавил к этому еще одну дату, кстати, к перечисленным вами. Мало. Добавил бы еще одну дату к перечисленным вами, а именно не далее как третьего дня, сегодня 30 у нас, позавчера, 28 сентября, была, правда, не круглая, 79 лет, в следующем году будет круглая, 80-летняя годовщина подписания так называемого договора о дружбе и границе между Сталином и Гитлером, тоже подписали Молотов и Риббентроп, те же самые два министра иностранных дел, нарком Молотов и рейхсминистр иностранных дел нацистской Германии Риббентроп, которые подписали тремя неделями раньше пакт Молотова-Риббентропа, то есть договор о ненападении, значительно более знаменитый. Но к Литве как раз вот этот вот договор, о котором я говорю, о дружбе и границе, имеет непосредственное отношение, потому что за эти три недели была напополам разделена, в соответствии с секретными протоколами к пакту Молотова-Риббентропа, напополам разделена Польша. И вот этот договор о дружбе и границе, он решил судьбу Литвы, потому что по пакту Молотова-Риббентропа Литва отходила в зону контроля Германии, а 23 августа 1939 года, а 28 сентября 1939 года поменялись они немножко, рыкернулись, и Гитлер отдал Литву, как мячик бросил Сталину, а в ответ получил некоторые территории Варшавского и Люблинского воеводства, уже прекратившие свое государственное существование Польши. Очень важная дата в истории Литвы, потому что если 14 июня, да, это
дата начала депортации, то 28-го, в это 28 сентября, это 39-го года, это день, когда стало, когда выяснилось, что эти депортации состоятся, по сути. Если бы осталась Литва под контролем Гитлера, что было бы ужасно. Но она была бы другая, эта судьба. Она была бы не такая. Вот. А так вот она была именно такой, какая она есть, какая она была в истории. Вопрос о памяти очень сложный. Потому что сейчас, если говорить о том, как это происходит в Литве, это виднее моим уважаемым литовским коллегам, как происходит в России, она не запрещена, эта память, ни в коем случае. О ней можно говорить. Но дело в том, что это такой немножко разговор в пустоте. Он не воспринимается. Во-первых, он не ведется на широкую аудиторию. Серьезный разговор. Тот, который ведется, он ведется на аудиторию узкую и не воспринимается. Это очень серьезная проблема, у которой есть очень глубокие причины. Дело не в позиции нынешней власти, хотя в ней тоже, несомненно. Здесь корни очень глубокие. Эта тема, тема репрессий, никогда не была отрефлексирована по-настоящему. Ни на государственном уровне, ни на уровне личном и семейном. Если, скажем, человек, там, член семьи, который погиб или был ранен во время Великой Отечественной войны, это был предмет гордости семьи, то человек, который пострадал в годы репрессий, он реально как бы стеснялся этого. Я не беру индивидуальные случаи, я беру массовый порядок. Как правило, это было именно так. Это не звучало в семье, это не звучало публично, это не был предмет гордости, это был скорее предмет такого, не то что стыда, но угнетенности, вероятно, спасибо за подсказку. Это был тот факт биографии, который не мог принести ни славы, ни наград, а скорее мог принести какие-то неприятности и проблемы. Вот у меня там, скажем, есть мой личный опыт, связанный с членами моей семьи. Вот мой дед по линии моей мамы, он дед по линии моего отца погиб в 37-м году. Но отец, человек своеобразного характера и достаточно твердого, и прошедший войну потом, он никогда от меня этого не скрывал и был настроен абсолютно жестко. И говорил мне всю правду, все, что знал. Знал он немного. Но то, что знал, он говорил. И говорил соответствующим эмоциональным настроем. А вот дед по линии мамы, он после войны, значит, в конце 40-х годов тоже сел по доносу своего подчиненного. Отсидел несколько лет, я его знал, хорошо помню, он меня воспитывал. Он в 54-м году вышел, потом был реабилитирован. Он никогда не говорил об этом. Он всегда говорил мне некие вещи, которые не предназначались явно для моих ушей. Я потом, конечно, узнал, все живые люди, я узнал от мамы, там что-то от бабушки, но это не был предмет, о котором принято было говорить. И как я потом понял, здесь вот именно моя семья не была исключением, скорее она была правилом, и в том, что касается вот этого моего дела. Это не случайно. Это зависит, конечно, вот эта вот линия, уровень этот семейный, личный, он зависит от уровня государственного. На государственном уровне никогда эта тема не была отрефлексирована толком. Дело ограничилось фактически полуразоблачениями на 20-м съезде, в 56-м году. Вот этой формулировкой «культ личности Сталина», это и потом еще более такой таинственной и мутноватой цифрой 37-й год. Намеками, которые все компетентные должны были угадывать. А кто не угадывал, тот и, слава богу, что не угадывал. Для его ушей вроде как и не предназначалось. То есть это не было предметом широкой общенациональной дискуссии. Это не было предметом широкого общенационального исторического позора, если угодно. А должно было стать. Это нужно было вывернуть наизнанку. Это нужно было
информационно, аналитически, как угодно, эмоционально пережить. Это не было сделано. И в результате, когда ушли те поколения, которые что-то знали и помнили на своем опыте, на опыте своих родных, выяснилось, что страна не в курсе. Просто не в курсе. И это мало кому интересно. Тем более, что сейчас уже, если уже переходить к сегодняшнему дню и к позиции нынешнего государственного руководства, это тоже нежелательно, потому что история используется как обоснование и оправдание для нынешних действий. В этом смысле она абсолютно функциональна. А если она не функциональна, правильно сказал Никита Васильевич, если она не функциональна, то она нафиг не нужна, собственно говоря. Кому она тогда нужна? Как науку ее действительно мало кто воспринимает. Ее воспринимают как такой достаточно удобный, выгодный, функциональный набор мифов. И поэтому, если из истории вытаскивается что-то, что не повышает настроение массовому избирателю, ну и не надо это. Что-то, что не обосновывает нынешнюю позицию власти, ну и не надо это. Это очень тяжелый момент. Я думаю, что пока, здесь есть еще один, наконец, фактор. Фактор, связанный с тем, что, скажем, в Литве и во всех других республиках бывших Советского Союза, и во всех других странах-сателлитах бывшего Советского Союза, я беру и Польшу, и Чехословакию, кого угодно, всех, с копом, и Грузию, и Узбекистан, всех, воспоминания о российской, то есть о Советской империи, совершенно не такое, как воспоминания, совершенно не такое по эмоциональному окрасу, по содержанию, как воспоминания россиян. Потому что для подавляющей части россиян воспоминания о Российской империи – это воспоминания о своей империи. И оно поэтому горделивое. Это была наша империя, когда мы были главные, когда нас уважали и боялись, когда вокруг нас все ходили на цирлах. Для всех остальных, включая и литовцев, конечно, это совершенно другое воспоминание. Совершенно другое. И поэтому оно носит объединяющий характер. Воспоминания о репрессиях носят, я бы сказал, такой национально объединяющий характер. Патриотический характер. А для россиян вовсе нет. Спасибо. Спасибо. Никита Васильевич, вы согласны с оценкой, коллеги, могли бы, может быть, добавить? Ну, я только хочу добавить, что, вообще-то говоря, с моей точки зрения, виновность российской власти в ситуации, она довольно значительна. И вот почему. Когда Николай Карлович говорит о том, что нужно было отрефлексировать прошлое, это ведь на самом деле задача большой государственной важности. То есть она не происходит, что называется, снизу. Она должна быть неким встречным движением и снизу, и сверху. Вот давайте задумаемся. Память о массовых репрессиях и нарушениях прав человека – это неотъемлемая часть памяти о вообще социалистическом бытии. И эта память, вот, например, в брежневские годы тщательно скрывалась. То есть в массовом, собственно говоря, пространстве запрещено было ни в газетах, ни в фильмах писать и показывать массовые репрессии. Где-то как-то намеком это могло быть. Почему столь штыки и категорически с неприятием была встречена книга Солженицына? Понятно, она прорывала эту блокаду молчания. Но заметьте, как только началась перестройка, ведь эта тема, она возникла не потому, что Горбачев захотел и сказал, а давайте сейчас будем проводить ту реабилитацию, которая у нас была прервана в годы Хрущева. Нет, это память, которая шла снизу, она всегда жила в народе. Народ знал о тех жертвах, которые он понес за годы социалистического бытия. И если мы говорим о втором уже, новом этапе реабилитации, он должен был закончиться не так, как он сейчас закончился. Реабилитировали, имена внесли на монументы, где-то в интернете, и все. Нет. А осуждение того режима, который существовал в нашей стране до 1991 года. Где, собственно говоря, признание советской системы системой преступной? Где признание советского государства государством преступным, которое, во-первых, в преступных целях использовало преступные средства? Это абсолютно вещь, которую мы сегодня можем и в дискуссии обсуждать по той простой причине. Ведь советская власть почему убивала людей? Она ведь убивала людей не потому, что они что-то сделали. Я имею в виду, как вот эти классовые категории. Она убивала людей не потому, что они могут что-то сделать. Она убивала людей
которых вообще не должно быть. Бывшие имущие классы, люди, которые имели дурные связи за границей, выстраивание железного занавеса. И заметьте, везде, всюду, куда вступала советская система со своей советизацией, она ведь повторяла то же самое, только в иных формах, что сделала в 1937-38 году. Репрессии эти не были стихийным бедствием, не были результатом каких-то массовых доносов, не были результатом, условно говоря, прихоти или дурного характера, или болезненного состояния вождя. Это была доктринальная система подавления и выстраивания, подавления населения и выстраивания вот какого-то определенного нового типа социума. Поэтому эти репрессии, и это до сих пор не признано на государственном уровне в России, являлись спланированным и продуманным преступлением против собственного народа. Вот когда мы придем именно к этим юридическим последствиям, нам будет легче разбираться со всеми остальными вопросами, как мне кажется. А вы согласны с формулировкой «сталинские репрессии»? Нет, конечно, потому что эти репрессии при Сталине получили свой максимальный размах. Сталин довел эти репрессии до определенного совершенства, если можно так говорить, относительно процесса народоубийства. Но ведь вы же прекрасно понимаете, что доктрина, связанная с тем, что будут эти массовые репрессии и убийства, она ведь появилась задолго до рождения Ленина. Это манифест коммунистической партии. Если мы почитаем те постулаты, которые там записаны, и про принудительный труд, и про изъятие детей из семей, и про запрещение права наследования, и вообще борьба с любым чувством частной собственности, то мы увидим, что это человеконенавистническая система и программа. И когда пришла власть в России, которая стала эту программу воплощать в жизнь, она неизбежно встречала сопротивление, и она неизбежно назначала жертв из тех, кого они не берут с собой в будущее, в так называемое будущее, в так называемый социализм, потом коммунизм. То есть вот это совсем другого рода уже понимание социалистической системы, как не просто попытка реализовать утопию. Некоторые ведь думают, что ну что, ведь были благородные цели, сделать всех счастливыми, свободными, 17-й год, революция. Разве это было целью? Целью было построение некой схемы, утопии, причем построение именно на кровавых, я бы сказал, итогах. Декрет о красном терроре 18-го года уже все показывает, там, какие категории будут уничтожаться, и так далее, и так далее. Так что репрессии, я считаю, могут называться либо коммунистическими, либо советскими. И тот монумент, который был открыт месяцем раньше в Таллине, монумент жертвам коммунизма, он довольно правильно назван, с моей точки зрения. Аридас, я обращаюсь сейчас к вам. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию в Литве. Как вы смотрите на место политических репрессий советских в памяти вот, сегодняшней Литвы, скажем так? Я думаю, что разница большая, да? Разница большая, потому что начиная с 87-го, с 88-го годов подход к истории о репрессиях, о терроре был иным. Конечно, все начиналось так же, то есть белые пятна, нужно знать, что было, но в принципе потом все изменилось, потому что Литва, все-таки и жители осознавали главное, что вся страна была в ином статусе. То есть то, что происходило в советское время, сразу начало называться незаконным. Не важно, что было, но на основе не было законности. То есть, если в оккупированной стране вы что-нибудь строите, то есть и на это не имеете никакого права, никак не создается. И действительно, начиная вот, например, с 90-91 годов, в принципе, всегда осознавали, что в нашей памяти репрессии, террор, история террора всегда будут играть довольно существенную роль. Почему? Знаете,
Я не знаю, в какой стране, но все-таки в Литве около, ну, чуть более 300 тысяч человек в советское время подверглось этим репрессиям. То это те прямые жертвы. А еще были те, которые были, ну, как бы косвенно. Например, после уже окончания войны с Германией в Литве каждый второй мужчина, было такое время, каждый второй мужчина очутился в каких-то казематах на день, на два, на три, на неделю, на месяц. Кто-то выходил, кто-то не выходил. Большинство тогда вышло, но все-таки они тоже были жертвами, знали, что это означает каждый второй мужчина. Это действительно ну, существенные цифры, и в каждой семье эта память осталась. Неважно, что, например, не все, не из каждой семьи были или депортированы, или очутились где-то в лагерях ГУЛАГа, но, память о репрессиях была она, ну, существенна. Я приведу один пример. 30 лет назад, еще последний советский год, я собирал информацию о жителях одной деревни. И смотрю, что-то они трудно общаются. Трудно общаются, ничего не говорят. Наконец-то выяснилось, что вся деревня целиком была выселена. Все жители. Ну, они еще смотрели очень осторожно на все опросы, историки, такие еще молодые собирают материал. Все выселены. Кстати, они выселены как колхоз. Они создали специально колхоз, чтобы их не выслали, а их все равно выслали всю деревню. И действительно, в Литве есть довольно много таких мест, где полностью на 100% люди подвергались террору, репрессиям. Пару месяцев назад я в одной деревне, это ну, район Кайшадорис, участвовал в таких общество в деревне, небольшая, совсем небольшая деревня, они, у них есть памятник погибшим после уже после войны 26 фамилий молодых людей в каждой семье в одной семье 4 погибших, в другой там 1-2 от 18 до 23 лет. Очень молодые, они скрывались от мобилизации и так далее. То есть память очень жива, до сих пор жива. Названы ли все ответственные? Ответственные? Ну, знаете, когда мы ответственных начинаем искать уже по прошествии, ну, 50, там, 60 или 70 лет, это действительно трудно. Да, в Литве искали, я не могу сказать, что не искали, да, было 250 дел заведено. Но не как-нибудь, не тотально, не участникам, или как, например, если работал в НКВД, на тебя обязательно дело заведут в прокуратуру. Нет, только тем, которые участвовали или в депортациях, или в совершении каких-то преступлений человечности, то есть по международному праву. Из 250 дел я не скоро нашли 50 человек. До суда дошла половина, осуждено, если память не изменяет, около 5 человек. Реальным сроком ни один не осужден. То есть все были, ну, как бы освобождены под подписку и так далее. То есть вот это все. Но это нормально, потому что прошло очень много лет, десятилетия, и как историки мы знаем, кто за что отвечал, ответственных
и там, политических деятелей или каких-то репрессивных структур, но больше мы сделать ничего не можем, только просвещать общество, рассказывая, как действительно мы считаем, как было, как все происходило на самом деле. Потому что сложно, если будем читать построчно документы НКВД, мы или КГБ, это не важно, принцип один, мы часто будем попадать в тупик, потому что эти документы не всегда дадут правдивые ответы. То есть практически никто не осужден. Иллюстрация в Литве, вот тут тоже так проходит, вот, очень интересно. Вот, так, есть ли действительно очень большая разница, если мы будем вот, сравнивать Россию и Литву? Ну, знаете, иллюстрация – это другой вопрос. Я знаю, что сайт, который публицирует документы КГБ, большая часть читателей, кстати, мы просматриваем статистику, является из России. То есть за год, по-моему, конечно, не все знают, что такой сайт существует, но 10 тысяч человек. То есть они пользуются доступом к оригинальным документам, все документы на русском языке, естественно, и так далее. То есть я думаю, что это тоже метод дать знания для общества, для каждого практически. Кто хочет знать, а кто не хочет знать, к сожалению, таких может быть и больше. Да, это вопрос, наверное, о том, как надо и как можно говорить о репрессиях. И вот я сейчас уже обращаюсь к коллеге Кербусу Кунчусу. Он, как я уже анонсировал в начале, практически закончил книгу о Ежове, и я хочу спросить, почему вы ее написали, и что вы хотите изменить этой книгой? Ну, начну с того, что Никита подсказал мне эту мысль, написать эту книгу, хотя он хотел, говорил, что лучше ты пиши про ягоду, потому что он был романтик, как говорил Никита. Но это связано с тем, что Ежов родился в Эверей, если верить этим фактам, и был наполовину литовец, очень хорошо знал литовский язык. Когда его пытали и допрашивали, он признался, что знает польский, литовский и так далее. Так что вот этот персонаж довольно интересен. И мне был интересен потому, что он вышел из Литвы, из Мариамполя, где, из такого региона, где родился и общий литовский язык, и так далее, и так далее. И жил там до 8 лет, потом уехал в Петербург, потом воевал в Первую мировую войну недалеко от Литуса, работал, может быть. И здесь получаются такие, как для литерата, очень интересные параллели. Он работал как бы в Каунасе, в фабрике Тильманса, а в Тильмансе работал и Дзержинский. Так что для литерата это очень-очень интересные эти вещи. И поэтому я как бы хотел написать эту книгу и понять, в чем, как зарождается некоторый садизм человека. Потому что когда ты пишешь, ты как бы исследуешь и психологию, и этого человека. Но хотел бы еще вернуться к некоторым таким вещам. Мы говорили о памяти. О памяти репрессий, сталинизма и так далее. И вот здесь было очень хорошо
сказано, что этот вопрос для очень узкого круга людей, потому что историки договариваются, знают это, эти вещи. А как дойти до такого общего сознания, что, что это происходило? Потому я думаю, что это очень может подействовать художественная литература. И если вот говорить о литовских таких первоисточниках, это, конечно, дневники, которые у нас появляются, которые издают Центр геноцида, дневник Гриневичуте у Лаптевского моря, потом дневник Дзукаса «Партизаны», дневник партизана. И это включается, эти тексты включены в общую программу школ. И здесь вот появляется такая проблема, потому что тексты эти очень трудные. Они, и этот молодой человек, который там 15, 16, 17 лет, он не может нормально воспринимать эти тексты. И, может быть, потом он уже не будет возвращаться к этому. И как бы это будет блокироваться эта память. Но вот те книги и тексты, которые я здесь упомянул, они связаны еще с такой интересным процессом, потому что больше о репрессиях и этом времени пишут не литовские писатели, а писатели литовского происхождения, которые живут в Америке или в Канаде, которые вообще не имели никакого отношения. И здесь хотел бы упомянуть Рута Шепетис, которая даже не говорит по-литовски, выпустила такую книгу над серыми облаками. Антана Шилейка, канадский писатель, пишущий по-английски, выпустил книгу «Подполье». И вот через эти книги, через популярные книги, потому что они имели и имеют большой успех, вот таким образом можно, я думаю, эту память конструировать. Николай Карлович, я сейчас к вам обращаюсь. Вы много лет на телевидении и, наверное, могли бы тоже прокомментировать, вот какое место память о советских репрессиях занимает вот в масс-медиа в России, и достаточно ли это место? В связи с вот, как раз исследованием о Николае Жове, мне вспоминается знаменитая, вам известная наверняка, песня Акына Джамбула. Джамбул Джабаев? Да, песня о Батыре Ежове, где там были такие слова, что в большом организме советской страны Ежову вождем полномочия даны. Это на самом деле вот к тому, какой колоссальный слой, в том числе эпоса, чего угодно, покрывает вот эту страницу репрессий, позитивного эпоса, героического эпоса. Как сложно это все переломить. Действительно, здесь художественная литература важна, конечно. На телевидении, вот я вспоминаю, у нас была одна из серий исторических хроник была посвящена биографии Донатаса Баниониса. Мы брали у него интервью, я знаю, что к нему сложное отношение в Литве сейчас. Царство ему небесное, его уже нет. Вот. И он рассказывал о том, как он переживал вот эту ситуацию с депортациями. Он тогда был артистом-стажером Паневежеского театра, юным совсем. И начались репрессии. Вот 14 июня 1941 года начались репрессии. Он говорит, что мы первые два дня мы просто прижали уши, и мы не понимали, потому что брали всех. И простых, и образованных, и богатых, и бедных, и мужчин, и женщин, и городских, и сельских. И мы решили, что, наверное, Сталин хочет весь литовский народ депортировать. Я, кстати, не исключаю, что это было близко к истине. Здесь
Эта догадка не так уж далека, вероятно, от реальности. Потому что, скажем, у него была идея депортировать весь финский народ, скажем. Почему бы не депортировать в случае победы над Финляндией? Почему бы было не депортировать весь литовский народ? И потом Байдонис рассказывал, что они вырыли яму прямо во дворе Пионерского театра, спрятались в ней и ждали немцев. Вот это психологически очень многое объясняет. Потом, когда убедились в том, что немцы тоже не подарок, в конце войны уже, когда наши были на подходе, наши, я имею в виду, русский солдат, Красная армия, мы, говорит, я захотел уйти к американцам. Уйти нужно было вместе с немцами, а потом уйти к американцам. Он заснул, молодой парень глупый, заснул, говорит, в стогу. Говорит, просыпаюсь, выходят уже ваши автоматчики, я к ним кидаюсь, актер же. Я к ним кидаюсь, говорю, ох, как мы вас ждали, как мы вас ждали. На телевидении я уже об этом частично говорил. Можно говорить, но можно говорить, это такая арьергардная тема. Тема, которая, конечно, абсолютно говорит о том, что недостаточно говорится, это было бы смешно. Разумеется, недостаточно. И в 10 раз больше было бы недостаточно. Это колоссальная национальная трагедия. Под национальной трагедией я имею в виду трагедию всех народов и наций, входивших в состав Советского Союза. Абсолютно колоссальная трагедия. Пережить которую, отрефлексировать которую, представить ее как и реальную трагедию, в том числе и прав абсолютно Никита Васильевич, здесь у нас с ним нет разногласий, в том числе и с юридическими последствиями. Конечно, это было бы замечательно для того, чтобы очистить душу всего народа. Разумеется, но сейчас этим не пахнет. Сейчас это совершенно маловероятно, и в ближайшем будущем я этого не ожидаю. Что нужно делать? Нужно делать то, что следует, и пусть будет, что будет. Нужно заниматься просвещением. Я думаю, что все сидящие вот здесь, за этим столом, они этим занимаются. Скажите, вот насчет просвещения. Вот например, мы слышали уже, что в Литве вот эта тема, которая действительно, ну, она репрезентируется и в учебниках, и так далее. А какова ситуация в России? Вы можете прокомментировать чуть-чуть? Есть это в учебниках, но в последнее время представления об истории все больше унифицируются на государственном уровне. И преподавание истории все больше унифицируется. Вот здесь уже говорилось как раз о том, что идея единого учебника, да? А что значит единого? Ну, тут в полном соответствии с заветами графа Бенкендорфа. Как нужно преподавать историю, чтобы ей можно было гордиться? Значит, история репрессий – это не та история, которой можно гордиться, следовательно, она не очень и нужна. Поэтому я не исключаю, что в ближайшее время будет еще жестче ситуация с преподаванием, в том числе и в школе, и в том числе даже в гуманитарных вузах, всего периода, связанного с репрессиями. Очень скупо. Это одна сторона. Другая сторона – это сторона интерпретационная. Здесь я тоже не исключаю, что мы столкнемся с неожиданными вещами. Пока в том, что касается репрессий, вроде бы этого не было. Но в том, что касается, скажем, международных аспектов деятельности советского руководства того периода, мы с этим уже сталкиваемся. Скажем, когда речь идет о том же пакте Молотова-Риббентропа, который был осужден уже советским Верховным Советом, мы видим очень на государственном уровне откровенные попытки его реабилитировать фактически. Абсолютно очевидные попытки. Поэтому я не исключаю, что если так пойдет дальше по этому пути, если мы к тому же и будем иметь в виду нынешний чисто, так сказать, персонально-психологический контекст, а именно очень обильное присутствие в государственной власти Российской Федерации людей с соответствующей ментальностью, все-таки профессиональной, которым еще и в личном плане эта тема не доставляет большого удовольствия, я не исключаю, что мы столкнемся с попытками, как было принято в свое время говорить, обелить эти страницы. Не исключаю этого. Пока что я этого не вижу, но в будущем не исключаю. И почему это происходит в России? Ну, я это только что говорил. Это происходит по целому ряду причин. Потому что нет сопротивления снизу. Потому что на уровне массового сознания эта тема не представляется существенной и интересной.
она не пережита, она неинтересна, и она не составляет предмет национальной гордости. А на уровне государственном, да, это тоже неинтересно и нефункционально. Поэтому вроде бы как, ну, врать-то не хочется, и вроде пока нет оснований, вот, совсем. Но, может быть, если придется, то повторяю, что будут проблемы и с интерпретацией этой части истории. Это неинтересно тем людям, которые принимают решение, и той массовой аудитории, для которой это решение принимается. К сожалению, так. И мало того, я хочу сказать достаточно печальную вещь, может быть, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, это уже необратимо. Потому что время ушло. Мы, да, там, те люди, для которых это важно, а это важно для всех и здесь сидящих, и в том числе и для людей из России, не в последнюю очередь совсем мы этим будем заниматься, но это будет, повторяю, интересно для достижения.